Играть первую скрипку – ответственная роль, поэтому на нее не попадают исполнители низкого уровня, только признанные мастера. Отсюда и смысл устойчивого словосочетания, которое можно растолковать без труда. Так называют человека, который играет ведущую роль в какой-либо компании, команде или деятельности, конечно, в переносном смысле. А буквально надо понимать суть оркестра, ведь в нем дирижер и первая скрипка рядом. Мастерство скрипача так велико, что дирижер может дать ему только поверхностные указания и пожелания. Вся сочность и темпераментность оркестра зависит от мастерства и настроения первой скрипки. Дирижер вслушивается в темп игры и руководит остальными в их нюансах, напоминает им, где и как сыграть, согласно характеру текущего исполнения. Зачастую первая скрипка в таких указаниях не нуждается. В основном это гастролирующий маэстро, присоединившийся к оркестру на 2-3 выступления. Тут слава принадлежит исключительно ему, а оркестр только помогает в оформлении.